почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. 32-летняя Елизавета Минаева выпустила книгу «Сказки для взрослых девочек». Так она осуществила еще школьную мечту. Но тогда в детстве ей не хватало опыта, а теперь, приобретя его, она выразила свое видение жизни в 15 рассказах. Итак, чат в Телеграме «Книжные гусеницы», где 8 молодых женщин – Василиса, Анна, Варвара, Ольга, Мария, Люба, Аленушка, Айзель. Обратите внимание, дорогие слушатели, на их занятия. Владелица пиар-агентства, продюсер, глава рекламного отдела глянцевого журнала, кризисный менеджер, дизайн интерьеров, редактор шоу, журналисты глянцевого издания переписываются и однажды решают устроить вечеринку. Действие происходит в отеле. Для участниц заказано 8 именных шелковых пижам, 4 ящика шампанского, ящик красного вина, настольные игры, а проигравшая должна будет рассказать историю. Прямая ассоциация — Декамерон, Боккаччо, сбежавшие от рутины, как от чумы люди, еда, алкоголь и истории. Писатель и журналист Александр Цыпкин назвал «Сказки для взрослых девочек» учебником по современной женской психологии, написанным на прекрасном русском языке, цитирую, легком, чистом и настоящем. Ну, Цыпкину виднее, у него свои языковые стандарты. От обилия мата и бранной лексики в книге просто воротит. И не ханжество это, все же женщина, журналист пишет, хоть и для взрослых, но все же девочек. А меня просто умилили некоторые пассажи. Например, уделила целую минуту гигиене рук, или его красивые руки на коленях этой тёлки, или стрелы глаз и тому подобное, говоря языком автора, сюр и бесчинство. На самом деле это никакие не сказки, а грустные драмы, даже трагедии, где неприкаянные, почти всегда одинокие москвички гламурных или около гламурных сфер никак не могут устроить свое личное счастье. Обманываются, пьют, матерятся, опять пьют, плачут, ноют, ездят пьяные за рулем, подвергаются психологическому и сексуальному насилию и опять пьют, матерятся. Короче, эта песня хороша, начинай сначала. Читала книгу с нескрываемым интересом. Такой пиар, такая раскрутка должна быть еще, кстати, и аудиокнига. И такая печальная и пустая жизнь этих гламурных девиц без смысла, без любви, без идеи, без духовности, без мысли. Кстати, Елизавета Минаева – это жена Сергея Минаева, журналиста и писателя, который книгу супруги оценил критически. Но сказки закончились многообещающе. Цитирую, они договорились обязательно устроить себе еще одну такую вылазку и рассказывать истории. В общем, до новых встреч. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».